3, друзья. Черт! Я призываю тебя. Камера пишет. Есть еще несколько камер по квартире. Просто жесть. Девушка. Кишки! Это что ты снимаешь? Привет, ребята, с вами снова я, Королева Мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, сегодня мы с вами закажем SCP. А кто это будет, узнаем совсем скоро. А пока 3 самых ваших топовых комментария. Погнали! 1, 2 и 3, ребята. Наконец-то мы посмотрим в глаза SCP-монстру. Сегодня мы с вами закажем на сайте Darknet. 3 часа ночи, SCP-096, скромник, здесь, в моем доме. Погнали! Друзья, немножечко расскажу вам, кто такой SCP-096, хотя я уверена, что каждый из вас знаком с этим монстром. Друзья, короче говоря, он находится в камере заключения, но если вдруг вы на него посмотрите, то он начнет закрывать лицо и плакать, ведь он ужасно стесняется своего внешнего вида, друзья, потому что он реально жуткий, его глаза белые и бездонный, его рот может очень широко открываться, если вы посмотрите на него второй раз. Он повернется и посмотрит на вас, а если вы в третий раз посмотрите на скромника, он придет за вами и убьет вас, если вы прямо сейчас не поставите 10 тысяч лайков на этом видео, друзья. Шучу, конечно, ставьте лайки, чтобы скромник не застал вас ночью спящими в кровати. А сейчас мы пригласим его в мой дом, в дом Королевы Мистики, скромника SCP-096. На сайте стоит он $1000, друзья. Это очень дорого, но ничего не может быть дороже страха. Страх самое дорогое, то, что у нас есть, и бояться. Это абсолютно нормально, таких монстров, как скромник SCP-096, друзья. Давайте почитаем, что же пишут на сайте Darknet про этого монстра. SCP-096 это гуманоидное существо ростом приблизительно 2,38 метра. Смотрите, друзья, во мне рост 1,75 м, друзья, где-то 1,75 м, а он 2 метра. То есть он реально 2 метра. Короче, друзья, если он придет сюда, то ему придется нагнуться, потому что он реально очень высокий. 2,38 метра. У субъекта наблюдается малое количество мышечной массы. То есть он буквально такой, дистрофик. Знаете, дистрофик, да, у него нет мышц, только кости, обтянутой кожей. Он что, болеет анорексией? Господи, ребята, это просто жесть. Да, это, знаете, одна из аниме-представлений скромника, одна из версий скромника, поэтому на сайт Darknet поселили именно такую версию. Реально, к нам придет такой скромник, потому что, ребята, читаем дальше. Итак, предварительные анализы массы тела показывают легкое недоедание. Руки непропорционально велики по отношению к телу объекта. Длина каждой равна 1,5 метра, руки. То есть, если вам не 1,75 м, то приблизительно, я не знаю, ну, приблизительно одна рука, как я. Это очень длинные руки, друзья. Кожа в основном лишена пигментации. Признаки волос на теле отсутствуют. Челюсть SCP-096 могут открываться в 4 раза шире нормы для среднего человека. Другие черты лица аналогичны средним человеческим, за исключением глаз, которые также лишены высших мозговых функций. Его разумность не подтверждена, то есть он безмозглый, ну, говоря простыми словами, тупой скромник. Итак, друзья, как правило, SCP-096 чрезвычайно спокоен. Датчики давления в камере указывают, что он проводит большую часть дня, прохлаждаясь вдоль восточной стены. Однако, когда кто-либо видит лицо SCP-096, будь это непосредственно на видеозаписи или даже на фотографии,
Он приходит в состоянии крайне эмоционального переживания. Как я и вам говорила, он начинает плакать, друзья, и ныть. SCP-096 закрывает лицо руками, начинает кричать, плакать и невнятно бормотать. Приблизительно через 1-2 минуты после первого просмотра SCP-объект бежит к увидевшему его лицо. Друзья, это правда страшно, это правда страшно. Потому что сегодня я планирую заказать живую игрушку скромника. И в ответ создатели сайта Darknet, создатели живой куклы скромника обещали, что в мой дом постучит настоящий скромник. И тогда мне будет не сладко, но я подготовилась. Друзья, я сейчас вам скажу, как я по всей своей квартире установила видеокамеры, примерно как это. Идемте сюда, я вам покажу. Вот, друзья, это камера. Сейчас мы ее сейчас включим. Погодите. Все, друзья, камера запущена. Вы слышали звук? Это камера, вот она пишет. Вот, видите, она снимает, экран работает. Друзья, сейчас я ее направлю на коридор, установлю здесь все параметры ночного видения. Готово. И я что сделаю? И я, друзья, разрежу живую игрушку куклу Вуду, приговорю ее, сделаю, проведу обряд Вуду магии и спрячусь. Камеры видеонаблюдения зафиксируют, если настоящий скромник придет, и мы с вами можем его увидеть. Но существует лишь одно но. Здесь сказано, что даже если через видеокамеры вы посмотрите на скромника, он найдет того, кто смотрел на его лицо. Проверим, сможет ли он это сделать или нет прямо сейчас, друзья. Мы закажем скромника. Нажимаем «Оплатить». Все, а теперь ждем. Час настанет совсем скоро. Спасибо. Итак, друзья, только что мне был доставлен гроб-бокс. SCP-096 на нем написано, и я вижу, что вам не терпится открыть этот гробокс и увидеть скромника, живую игрушку скромника. Вы что, не верите, что она существует? Если вы верите, то прямо сейчас ставьте плюсики мне в чате, как вы думаете, там действительно живая игрушка скромника, на которую можно сделать Вуду обряд и сделать куклу Вуду на скромника, чтобы он пришел в этот дом в 3 часа ночи. Это возможно только в этот дьявольский час. Мои сумасшедшие, мои самые бесстрашные подписчики, ставьте свои плюсики в чате, а я покажу вам, как выглядит живая игрушка скромника. Друзья, я уверена, что вы никогда и ни у кого не увидите того, что лежит в этом гроб-боксе. Поэтому, друзья, я вам сейчас покажу, хотя я и сама еще не видела, как выглядит живая игрушка скромника, но я надеюсь, что она выглядит так же, как и он. На счет 1, 2, 3, друзья. Черт! Офигеть, ребята! Он буквально выскочил из гроб-бокса, и это скромник, друзья, посмотрите. Это реально скромник, это живая игрушка на скромника, кукла Вуду на скромника. Здесь даже, смотрите, есть специальная бирка, что прилетел из-за границы самой черной сети сайта Darknet. На руках у этой игрушки кровавые отпечатки, также на его подбородке и на шее его огромный рот и белые глаза. Обычно скромник, когда на него смотрят, закрывает руками глаза и вот как-то вот так вот сидит тут в углу, такой весь обиженный и как-то плачет, да? Похоже, можно заказать себе такую игрушку и поиграть со скромником в 3 часа ночи, друзья. Но не бойтесь, пока что обряд Вуду магии не проведен. Сегодня он будет проведен необычным образом. Действительно, сила Вуду магии, она очень сильна. Поэтому, чем чаще я меняю то, как мы делаем обряд, тем больше я путаю злые души.
том, чтобы они не смогли проникнуть в этот дом. Но всегда обязательным в обряде является то, что я зажигаю свечи, друзья. Свечи – это обязательная атрибутика для вуду-магии, но это очень опасно. Никогда не повторяйте это сами, друзья. Теперь мне необходимо сделать будто бы язвы на теле игрушки скромника, чтобы его душа переселилась. И мне, конечно же, понадобится мой маятник. Итак, друзья, кто еще не знаком, у меня есть еще один мистический предмет. Это маятник, который погружает весь мой мир в потусторонний мир, открывает портал между раем и адом и впускает нечисть в этот дом. А я беру эту нечисть и переправляю в эту экзи-игрушку, то есть в данном случае в SCP-096 в скромника. Друзья, вы готовы? Я готова. Давайте запустим маятник и приступим к обряду. Портал, откройся, мир, замкнись, скромник, явись, портал, откройся. Что-то не так. Попробуем еще раз, маятник остановился. Портал, я не чувствую его. Портал, откройся. Скромник, я призываю тебя. Итак, друзья, теперь, так как внутри этой проклятой игрушки уже очень много мистических предметов, таких как волосы, ногти, или еще что-то. Обязательной частью для того, чтобы вуду-магия произошла, необходима частичка того, кого вы хотите призвать. Волос, ноготь и так далее. Внутри этой игрушки, внутри проклятой игрушки скромника, есть часть настоящего скромника. И мы вызовем ее именно так. Скромник, приди. Скромник, приди. Скромник, приди. Мы прожгли ему сердце. Теперь мы откроем скромника. Мы сделаем ему больно, закрыв рукой лицо. Мы разрежем его, тем самым призвав настоящего скромника сюда. Давайте же разрежем его. Ты слышал? Шаги. Погоди, я даже не смогла его разрезать. Черт, ребята, мы что-то делаем неправильно. Слушайте, Дим, давай скотч быстрее. Мы привяжем игрушку прямо сейчас, спрячемся. Потому что мне кажется, что скромник близко. Дим, давай торопись быстрее. Ребята, жесть, что-то начинается. Начинается какая-то жесть, походу. Скромник здесь, я слышу его плач. Ребята, я слышу его плач. Черт, что-то я сделала не так. Жесть. Ладно. Ребята, бежим, прячемся. Камера пишет. Есть еще несколько камер по квартире. Мы прямо сейчас спрячемся. Заходи скорее. Телефон. Будь здесь. Я побежал за телефоном с ним. Я буду наблюдать за камерами. Черт, плач приближается. Ребята, плач приближается. Все, закрываемся. Я взяла телефон. Теперь я подключаюсь к видеокамерам. Отлично, вы их можете видеть на своих экранах. Так. Что это видишь? Погоди, я листаю между камерами. Первая,
Вторая. Третья. Четвертая. Черт, ребята, он в коридоре. Он только что был в коридоре. Ребята, настоящий скромник, вы его видите так же, как и я, через камеру. Это крайне опасно, ребята, и мне безумно страшно. Ладно, нужно вести себя тише, потому что он может услышать, хотя, как написано в описании, он немножко туповатый, и он ничего не слышит и практически ничего не видит. Ладно, он исчез из коридора, давайте поищем, где он еще. Он в нашей спальне. Он в спальне, ребята. Сейчас в 3 часа ночи, время же 3:20. Скромник, настоящий скромник находится в нашей спальне. Так, исчез. Он исчезает, он перемещается, как все странно. Походу, он ищет нас, ребята. Это просто жесть. Походу, ищет скромник нас. Жесть. Это просто жесть. Черт. Так, ладно, стой. Он на кухне. Ребята, прямо сейчас вы видите скромника на кухне. Это просто жесть. Тема. Черт. Так, ладно. Он совсем рядом, потому что кухня находится рядом с туалетом. О, нет. Он у Алисы. Черт, скромник у Алисы. Жесть. Но он ее не видит, и она его не видит. Что за жесть, ребята? Вот, черт. Так, погодите, он исчез. Он исчез со всех радаров. Куда он делся? Я не вижу его нигде, ни в одной комнате. Ребят, его нет просто ни в одной комнате. Походу, он ушел. Ладно, пойдемте попробуем выйти. Черт. Осторожно. Не шуми, не дай бог нам его увидеть. Здесь кто-нибудь есть? Я никого не слышу. Я не слышу плача. Алис, скромник был у тебя? Нет скромника? Черт, я его не видела. Походу, он убрался отсюда. Слушай, ладно, ребята. Будем надеяться, что скромник ушел, а для того... Спичка прогорела вообще до конца. Посмотри, она стала черная, как смоль. И она была такая, я не помню. Она прогорела до камня, кажется, я ее затушила. Посмотрите, ребят, она превратилась в черную, как будто в иглу. Ладно, друзья, давайте заканчивать. Я надеюсь, что реальный скромник ушел, и прямо сейчас, в 3 часа ночи, мы разрежем эту проклятую игрушку. SCP-096, скромник Экзи. Блин, я не могу его разрезать, ты представляешь? Черт! Вот, черт! Там внутри кишки! Черт! Кишки! Ну да что ты снимаешь? Ирин, ты в порядке? Жесть, ребят, меня вырвало! Там внутри скромника были кишки! Жесть, зрелище не для слабонервных, ребята! Я вам это не буду показывать. Черт! Что со скромником? Неужели он жив до сих пор? Почему он сидит? Почему он плачет, блин? Как его убить, ребят? Это просто жесть! Я не знаю, как убить скромника! Черт, он плачет до сих пор! Или это игрушка, или это какая-то запись? Значит, внутри какая-то запись, но кто его посадил, ребята? Он до сих пор живой, я его еще не разрезала, ребята, что делать, черт? Ладно, не плачь, не плачь, я достану. Господи, посмотрите, какая-то мерзость, это мерзкие, самые мерзкие кишки. Кишки скромника, нам необходимо достать сердце, ребята, чтобы он перестал плакать. Пожалуйста, перестань, походу, я нашла. Ребята, я не знаю, как так получилось, но вы видели. Он как будто бы пытался что-то достать, я не знаю. Посмотрите, что это? Внутри скромник. Человеческие глаза. Видимо, он до этого уже кого-то убивал. А это что такое, друзья? Смотрите, это еще один глаз. Жесть, ребята. И что-то еще. Еще один человеческий глаз, ребята. Но где сердце? Ребята, у скромника нет сердца. Но я буквально слышала, плач он должен исходить из какого-то оборудования, хотя бы потому, что этого не может быть.
Если только реальный скромник не здесь.